Моя мама из Алматы Шинар Узакбаева в уходящем году стала одним из лучших волонтеров мегаполиса. В канун Нового года она вместе с другими активистами города побывала в 250 малообеспеченных семьях. Волонтеры не только привезли им подарки, поздравили с наступающим праздником. Они нашли время поговорить с детьми и родителями, сказать добрые слова и проявить внимание к их заботам. Во всех домах гостей встречали тепло. Анастасия Валижанина об этом подробно. У Шинар Узакбаевой четверо детей. Снимают комнату в 14 квадратных метров. Это пока все, что она может сделать для своей семьи. Два года назад Шинар оказалась в трудной жизненной ситуации, о которой не любит рассказывать. Сначала многодетная мать приуныла. А потом оглянулась вокруг, оказалось, ни одно ей тяжело. В ее районе около 1000 семей нуждались в помощи. Шинар решила поддержать их и присоединилась к волонтерам. Мы же как волонтеры работали, ходили, обходили и искали именно вот по тяжелым ситуациям. Именно эти семьи мы выявляли, сами ходили. У нас свои чаты есть многодетных, малоимущих. Все общаются, спрашивают, что, где, как, что. Помогаем, так как у нас сейчас проблема у многодетных. В первую очередь жилье, сами знаете. По жилью консультируем. Многодетным семьям особенно тяжело пришлось в период чрезвычайного положения. Тогда Шинар обратилась к пользователям социальных сетей с просьбой о помощи. Откликнулись волонтеры одного из общественных объединений. Они привезли товары первой необходимости, а Шинар уже их развозила по домам. В тот момент гуманитарную помощь получили 500 семей. Уставала сильно, признается Шинар, но при этом испытывала душевный подъем. Вот и в канун Нового года решила обрадовать подарками своих подопечных. Деток мы решили поздравить в этот раз сладостями, напитками. Вообще вот инициатива многодетных матерей, которые не сидят на месте, и несмотря на свои тяжелые жизненные, да, какие-то условия, сами умудряются помогать, помогают, волонтерят и подают, я не знаю, достойный пример. За весь период пандемии волонтеры общественного объединения помогли более 12 тысячам семей. Закупили для них продукты на 140 миллионов тенге. Но заявки продолжают поступать. Волонтеры говорят, что развозить новогодние подарки будут до самой полуночи. Анастасия Валикжанина, Абен Нарымбаев, Алматы, Хабар 24. В Сибирь.